Очень много поступает жалоб на то, что пристанционная площадь занята частным транспортом. Люди, несмотря на запрещающий знак 3.1, это въезд запрещен, все же въезжают на пристанционную площадь, оставляют там машины, тем самым мешает заезду наших больших автобусов на пристанционную площадь. Этот профилактический рейд прошел на пристанционной площади платформы «Загорянская». Несмотря на наличие знаков, запрещающих въезд любому транспорту, кроме общественного и маршрутного, а также знаков, запрещающих остановку, площадь заставлена частными автомобилями, которые мешают движению и автобусов, и пешеходов. Некоторые, особенно дерзкие водители, оставляют машины прямо на зебре. Итог. Эвакуатор увез эти транспортные средства на спецстоянку. С водителями, которые пытались, несмотря на знаки, проехать поближе к платформе, провели разъяснительные беседы и напомнили правила дорожного движения. Как рассказали участники рейда, ради обеспечения безопасности пешеходов и транспортного обслуживания населения, такие рейды будут проводиться на постоянной основе и вблизи других железнодорожных станций – Воронок, Щелково, Монино.